Саженцы смородины черный пигмей пользуются большим спросом среди знающих садоводов. Вкусовые качества ей ягод не сравнятся с другими сортами. Они сладкие, а кислинка практически отсутствует. Дети с удовольствием кушают эту ягоду. Кроме хорошего вкуса следует отметить нежный приятный аромат плодов. Кожица у них тонкая, а в мякоти почти нет семян. Остальные характеристики крупномера пигмей тоже нельзя оставить без внимания. Взрослый кустарник начинает давать обильный урожай, ежегодно до 7 кг ягод с кустарника. Их диаметр практически такой же, как у вишни. Созревание плодов происходит в кистях по 8-10 штук. Смородина черная пигмей – это многолетнее растение высотой 150 см. Смородина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает смородина черная пигмей в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме пятилопастный. Весенняя окраска листочков зеленая. Смородина черная пигмей имеет средний срок созревания. Плоды смородины созревают в месяце июль. Урожайность смородина черная пигмей около 1,6-5,7 кг. И это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 2,3-7,7 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у ягод округло-овальная. Окраска ягод черная. Вкус сладкий. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что смородина черная пигмей – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.